Основным вопросом повестки дня пятой внеочередной сессии Пинского городского совета депутатов стало уточнение бюджета города Пинска на 2014 год. С докладом перед собравшимися выступил начальник финансового отдела горисполкома Александр Дробинин. Доходы городского бюджета в этом году будут увеличены на 13 миллиардов 400 миллионов рублей. Депутатам также необходимо было проголосовать за перераспределение экономии расходной части бюджета, которая составила 6,8 миллиардов рублей, а также остатков резервного фонда в сумме 2 миллиарда 100 миллионов. Дополнительная потребность составляет 45,6 миллиардов рублей. В то же время выделить представляется возможным 22,3 миллиарда рублей. В том числе на первоочередные расходы бюджета мы полностью закрываем потребность. Бюджетным организациям обязательное страхование гражданской ответственности тоже полностью закрываем данную потребность, коррекционный центр, монтаж лифтов, 400 миллионов рублей. И ряд других организаций, которые получат дополнительные средства. Всего же более 22 миллиардов рублей можно направить на увеличение расходной части бюджета. Гораздо больше потребность в дополнительных средствах, но вот исходя из реалий экономики, мы можем на данный момент выделить только половину суммы. Бюджет не окончательный, его уточнят в конце декабря вместе с принятием бюджета на будущий год. Также депутаты приняли решение об установлении цены продажи на объекты недвижимости, которые намерены выкупать арендаторы.